До начала концерта проходит обязательный саундчек. Артур Беркут подготовил акустическую программу, где важен вокал и гитара. А гитару здесь можно потише сделать, прям, чтобы она вообще так не думала завалиться. В Севастополь Артура Беркута пригласили музыканты группы «Лидер». Финансовые расходы по организации приезда взял на себя клуб «Артишок», который стал инициатором цикла концертов «Лидер встречает друзей». Группа «Лидер» и Артур Беркут познакомились во время концерта «Фари». На одной сцене музыканты выступали в прошлом году во время празднования юбилея «Судака». Я приглашаю вас всех на концерт, где сегодня Артур Беркут сможет выступить перед вами. Вы сможете увидеть этот великолепный голос рока. Я считаю, что один из лучших голосов рока в СНГ. Артур Беркут бывал в Севастополе с концертами группы «Ария». С этим коллективом он простился в 2011 году. Нынешний приезд стал первой сольной встречей музыканта с поклонниками его таланта. Мне хотелось взять их за руки и сказать, только им те слова, что трудно самим отыскать. Любишь, умей прощать. Честно могу сказать, вот именно вот в этот раз, первый раз, я познакомился с этим городом очень близко, то есть как следует. Мы съездили с друзьями в Балаклаву, то есть мне показали прекрасные, шикарные виды сверху там и там, где была оборона Севастополя, то есть вот это фантастическое. Я раньше этого никогда не видел. Сердце прям вот серьезно, вот. На самом деле. Сколько раз я приезжал, никогда не было времени. В 2011 году Артур Беркут создал коллектив, который получил название его основателя. На концерте звучали композиции из новых мини-альбомов группы «Право дано» и «Каждому свое». Такое живое общение со сценой, музыкальное, то есть исполнение, не то что общение, исполнение, грубо говоря, не заменит никакой экран, никакой телевизор, никакой домашний кинотеатр, потому что это, в общем-то, ну, контакт, и это очень здорово. Музыканты пишут программу вечера заранее, но Артур Беркут меняет ее в зависимости от настроения публики. Не обошлось без исполнения хитов, таких как «Беспечный ангел» и «Воля и разум». Причем музыкант в отдельных композициях только аккомпанировал залу. Выступление Артура Беркута в Севастополе завершилось совместным исполнением с группой «Лидер» песни «Я рядом». Анастасия Вакарчук, Дмитрий Фомин, Сим-Информбюро.